Сегодня мы в Радонеже, и мы как бы продолжаем ту программу «Дорога к храму», которую, естественно, многие знают и многие слышали. Поэтому сегодня третий день нашего путешествия. 1 июня, 8 часов утра, мы небольшой группой, небольшой командой вышли с Красной площади и пошли по Святой Троицкой дороге, прежде всего в Сергиев Посад. Вообще-то, это большой проект, который называется «Великий русский северный путь». И Дмитрий Сагалаков, с которым вы познакомитесь чуть позже, он сейчас отдыхает, он идет из Москвы в Архангельск. А моя миссия пройти, ну, прежде всего, как я как доктор здесь выступаю, и не только как путешественник, моя миссия пройти из Москвы пешком в Сергиев Посад. И вот, значит, сегодня мы дошли до Радонежа, вот. Вот сейчас искупались, потом вместе с вами будем завтракать. Поэтому я надеюсь, что мы вместе еще пройдем какую-то часть пути до Ходькова, потому что сегодня мы идем в Ходьково, Покровскому монастырю, там будем ночевать, а завтра уже пойдем с утра в Лавру.